Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале «Чувство знания» Виталия Рафеева, потому что я сегодня хочу для вас сделать такой предпраздничный видеоролик, который посвящается 23 февраля. И тема будет этого видеоролика, я здесь небольшой листик накидал, так быстренько, экспромтом, да? Тема будет называться «Ищите женщину», да? Потому что предыдущий видеоролик, это продолжение такое из предыдущего видеоролика, в котором я показывал много писал, женские секреты, да? Там секреты соблазнения женщины, да? Как грамотно соблазнять женщину, чтобы добиться успеха, найти как бы свое сокровище. Свое сокровище в этой жизни, да? Материальное сокровище, духовное и так далее, самопознание самого себя, какого-то такого серьезного успеха, неприходящего счастья, как говорится, да? Так какую девушку, какую женщину нам необходимо выбирать, необходимо искать, чтобы она нам помогла именно найти свое сокровище, да? Сокровище, путь к сокровищу мира найти. И чтобы нам долго тут с вами предпраздничное настроение оставить с вами такое, да? И хотелось вот эти пункты обозначить. Мы ищем девушку, женщину, которая, первое, требует к себе внимания, да? Мы ищем женщину, девушку, которая требует к себе внимания. Себе требует не просто внимание, там цветочки подарил или подарок подарил, а внимание во времени, постоянного внимания во времени. Это первый критерий. Первый критерий, какую мы женщину, девушку ищем. Второй критерий важный. Важный критерий, который я вам говорил о том, что об ухаживании, да, такое слово интересное. Достаточно такое, друзья, набило на оскомину, да? Неинтересное такое слово ухаживание. Ну, когда мы будем ухаживать? Мы быстрее познакомились, быстрее там, мы исполнили там цветочно-букетный подарочный там ритуал, быстрее в койку и разбежались дальше, побежали по своим делам, да, и искать какие-то еще варианты, да? Но мы все-таки, я буду настаивать на том, чтобы вы искали девушку, женщину, которая ухаживать за собой ухаживать требует ухаживать во времени, чтобы происходило. И это для чего нам надо? Чтобы вы, как я говорил вам в предыдущем видеоролике, смогли найти причину, разумную причину, которая вам поможет именно двигаться к сокровищу, к успеху в жизни и вечности, как говорится, да? Чтобы ваш успех был не приходящий, а он был длительный, он находился в состоянии вечности. Это необходимо нам найти такую женщину, девушку, которая интересуется тем, чтобы вы за ней ухаживали. И как бы состояние причины, третий пункт, когда вы будете обращать внимание, постоянно внимание на объект своего вожделения, скажем так, да, находит такую девушку, которая требует себе внимания, женщину, да, за которой за ней ухаживать во времени ступенчато, скажем так, да, вот время такое, и какой-то прогресс происходит, да, из этого мы становимся как бы зависимы от этой девушки, от женщины. Каким образом зависимы? Она нам дает причину наших поступков, наших действий, причину, мотивацию нашей жизни, нашей деятельности, наших поступков не для нее, понимаете, не для нее. То есть вот эти два пункта очень важные. Первый пункт, что я твоя причина. Почему ты меня любишь? Она все время спрашивает, почему ты меня любишь? Ты нашел причину во мне? Почему ты меня любишь? Причина у тебя есть какая, почему ты меня любишь? Спрашивает ваша любимая женщина, девушка, да? Почему ты меня любишь? Причина у тебя есть какая? И мужчина в основном теряется, говорит, что несуразных глупостей, да, почему он ее любит. Но почему вы любите? Потому что причина ваших действий, ваших поступков в мире, в окружающем мире. Именно когда вы поступаете по определенным правилам и законам, которые находятся в женщине, правила, а закон находится перед вами, вы совершаете там поступки не для этой девушки. Вам нужна такую девушку, такую женщину, когда вы совершаете поступки не для нее, это важно. Вы совершаете поступки, действия, какие-то благие намерения, какие-то выражать свою цель, ставить какую-то задачу, какую-то предпринимательскую, в трудовую, рабочую цель, ремесленник вы, трудовик, мужик, короче, по жизни. Вы делаете это не для нее, это важно.
это важно, такую женщину ищите, которая не для нее подарки. Вы ищете женщину, которая мотивирует вас к поступкам не для нее, а для окружающего мира ее. Понимаете, в окружающем мире вы совершаете поступки. И эти поступки, соответственно, когда вы их совершаете в окружающем мире по причине, которой является эта женщина, эта девушка, они, как вам, какое отражение дают эти причины? Причина, когда, какое отражение дают? Оно дает отражение в виде оценки. Сейчас я вам покажу. Я перенесу быстренько. Оценку, то есть, когда вы совершаете какие-то, вот скажем, вот она причина, вот причина, это женщина. Ваша деятельность в окружающем мире, вот скажем, окружающий мир, да? Ваша деятельность. Вы действуете в эту сторону, не в ее сторону. Вы действуете туда. Туда действуете, во времени. Сейчас я покажу. Вот как вы действуете. Вы действуете во времени, и ваши действия во времени в пространстве окружающего мира создает отклик, оттуда идет. Отклик к вам. Тогда вы видите окружающий мир. Его, этот окружающий мир, создает оценку вам. Вам оценку дают окружающий мир вашим действиям, вашим поступкам. Качество в вас формируется, понимаете? Качество. Вот если у вас эти качества формируются, и общество дает этим качествам оценку, эти качества отрицательные бывают в какой-то ситуации, положительные часто бывают. Эти качества сформируют благородные ваши качества, человеческие качества. Посмотрите на металл. Металл бывает черный, металл бывает цветной, металл бывает благородный, но и черный металл необходим в этой жизни. Дерево бывает благородное, дерево бывает простое. Вода бывает, как говорится, дистиллированная, бывает питьевая вода, бывает соленая вода и тому подобное. То есть вы внутри себя формируете качество благодаря действиям, поступкам вокруг окружающей женщины в мире, которые она вас мотивирует, она является причиной. То есть она причина. Причина она, но вы еще не знаете разумную ее часть, а разумная часть вот здесь формируется. Это важно. Это важные моменты. Итак, мы... Вы, я, мужчины, которые достигли возраста призывного, как говорится, возраста мужчины, который защитник, да, боец, как мы говорим. Мы ищем женщину, которая требует все внимания, которая требует к себе ухаживания, понимаете, и которая становится причиной ваших действий, ваших поступков. Таким образом, вы эти действия, поступки совершаете не для нее. Вы совершаете для окружающего мира. Этот окружающий мир дает вам оценку. Оценку. И эта оценка формирует ваши качества. Ваше качество, внутреннее качество. Она как бы сортирует, такой элементная база внутри вас образуется. Эта элементная база что делает? Что делает? Если у вас качество благородного металла какого-то, золота, да? Ну не будем там химическую таблицу Менделеева рисовать. Золото, там черный металл, то есть у нас 5 это восточных таких качеств, там у нас бывает воздух, огонь, там металл, дерево. Эти качества у вас образуются, соответственно, вы начинаете притягивать к себе из окружающего мира элементную базу упорядоченно и грамотно, понимаете? То есть вы становитесь таким миром гармоничным, привлекательным, интересным. И каким вы становитесь? Вы становитесь соблазнительным. Понимаете? То есть я тут соблазнительный мужчина, интересный мужчина, соблазнительный мужчина. Для окружающих женщин становитесь. Понимаете? Вы окружающая женщина становится, вы интересно становитесь. Потому что в центре находится женщина, которую я говорил, которую вы искали, которую вы выбрали, я надеюсь, друзья. Вот общая ситуация, понятно, да? Это такой экспромтный видеоролик, быстро, да? Я быстро разговариваю. Надеюсь, вы эти ролики смотрите. Если вы их не смотрите, вы много потеряете. Вы потеряете много времени в своей жизни, много сил потеряете. Вы будете много работать, много служить на благо чьего-то дяди, хозяина или господина. А вот этого ничего вы не узнаете о себе. Не узнаете в себе благородных качеств. Не узнаете
сокровищ, которые находятся в вас, в окружающем вас мире, и вы не пойдете дорогой, которая придет к сокровищам. А я бы хотел, чтобы вы пошли к сокровищам как можно раньше, там с 20 лет, 25 лет начали двигаться правильно, направлять свою сексуальную энергию, правильно направлять себя. Она вас, сексуальная энергия вас придет от состояния самосознания к состоянию осознания. Это важный пункт. Я вас прошу смотреть мои ролики регулярно. Это вам поможет. Поэтому вас с праздником, дорогие друзья. Поздравляю с наступающим 23 февраля. Такой армейский. Наша страна очень сильно развивается благодаря именно армии всегда в своей истории. И этот праздник такой очень... Я уважаю этот праздник. Поздравляю всех военных, которые находятся на службе. Всех... Кто служил, кто находится в запасе. Поэтому всем вам привет, всех благ, подписывайтесь на мой канал, празднуйте со своими любимыми женщинами, которые требуют ухаживания, требуют внимания, которые являются причиной ваших благородных поступков, и благодаря этому вы получаете оценку и качество внутри себя, благородное качество природы. И эта природа придет вас к чему? К сокровищам этого мира. Всем пока!